Добрый день. Как я вам и обещал, полный комплекс упражнений. Во-первых, для чего это упражнение? Работая с грудной частью тела, мы улучшаем кровоток в этой области. Тем самым улучшаем работу сердца, работу желудка, нормализуем кровеносное давление, работа легких также улучшается. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, туловище расслаблено. Плавно поднимаем руки на уровне плеч. Чтобы хорошо, чтобы лучше расслабить руки, сгинаем в локтях. Вперед. Слегка дотрагиваемся большими пальцами. Возвращаемся в исходное положение. При перемещении рук вперед, туловище идет за руками. Два. Три. Туловище расслаблено, руки расслаблены. Все внимание на ладони. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Плавно поворачиваем ладони вверх и приступаем ко второй части. Раз. Плавно дотрагиваемся мизинцами. Возвращаемся. Туловище расслаблено. Два. Внимание на ладони. Концентрируемся на ладони. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний раз. Восемь. Плавно поворачиваем ладони вниз и также плавно отпускаем руки вдоль туловища. Спасибо за внимание. До встречи. Пока.